Занятия в академии сегодня ведет Василий Александрович Ростовых. Тема сегодняшнего занятия – безоперационная подтяжка лица. В современной медицине очень важно быстро и в кратчайшие сроки после любой процедуры, после любой операции восстановиться и начать, скажем так, активную жизнь, вернуться к работе, к делам, к учебе. Нитевой лифтинг лица, так еще называется эта процедура, направлен на то, чтобы вернуть упавшие, опустившиеся ткани кожи лица на свое, скажем так, нормальное место. На это же и направлена пластическая хирургия, то есть такие операции, как фейслифтинг или круговая подтяжка лица. Но у нитевой подтяжки есть несколько очень важных и основополагающих преимуществ. В первую очередь это отсутствие швов и рубцов. Нить состоит из материала, покрытого силиконом. Во-первых, это позволяет ей абсолютно индифферентно находиться в тканях лица. Во-вторых, на каждом сантиметре нити находится до 24 цепляющихся крючков, что позволяет надежно фиксироваться в тканях и держать эти самые мягкие ткани лица несколько лет. Третьим важным преимуществом является то, что за счет эластичности нить не визуализируется, не показывается на лице при мимике, при поворотах головы и при других движениях. Вообще корректировать нитями можно разные зоны лица. Помимо шеи, подбородка и помимо нижней трети лица, также мы можем исправлять уголки рта, носогубные складки. Тем самым использовать за одну процедуру мы можем от двух нитей до восьми, в зависимости от выраженности изменений и желания пациента. Процедура постановки нити проводится под местной анестезией и длится примерно 30-40 минут. Госпитализация для пациента не требуется, и уже сразу после наших манипуляций пациент может ехать домой. Так что же является основным преимуществом нитевого лифтинга по отношению к хирургической подтяжке лица? Нитевой лифтинг можно назвать услугой выходного дня. Сделав процедуру в конце недели, уже в понедельник, выйдя на работу, коллеги не заметят следов работы хирурга, но заметят лишь преображение.